Без микрофона, хорошо слышно? Хорошо. Я, если честно, то я крайне нахожусь в большом кайфе от того, что несмотря на такую классную погоду, мы классно здесь собрались, и я вижу, что действительно наш молодежный клуб является самым сильным. Согласны? Аплодисменты тем, кто сегодня подготовился. Ну, хочу сказать, что так работать нельзя, как мы сейчас работаем, да, надо работать лучше, потому что до тех пор, пока я не увижу кого-то из вас в рейтинге Forbes, я не успокоюсь. И реально, когда я листаю страницы, я вижу очень много свободного места, куда можно было вас поставить, по крайней мере, хотя бы начальную статью, каким образом вы видите без крупных инвестиций зарабатывать серьезные деньги. Сегодня я в конце расскажу вам о том, как можно в компании Reflame, не прикладывая титанических физических усилий, а строя грамотно бизнес-системе, можно только премиальными, если брать только премии, выйти на доходность свыше 2 миллионов долларов. Об этом я поговорю, откуда я знаю. Я сам миллионер, я эти деньги зарабатываю, я эти деньги получаю. Я могу с чистой совестью об этом заявлять каждому из вас. И об этом мы поведаем. Но как пройти этот путь, какие есть преграды, мы об этом поговорим. Но самое главное, чтобы вы помнили, что о бизнесе Oriflame, как компании номер один, говорим не только мы. Есть масса людей, которые думают о том, что ну, как бы мы хвастаемся и так далее. Но я вчера, после одного из важных мероприятий, поехал на бизнес-встречу. Ну, одни люди, которые приезжают в Киев, ходят, гуляют, это хорошо, и так далее. Но я сосредоточен на построении бизнеса. Для меня этот год очень важный. И я хотел бы, чтобы мы все приложили в этот год большие усилия. Кто знает, кто не знает, знаете, есть такое понимание того, что если 2012 год, вы будете жить в 2013. Но это зависит от того, как вы 2012 проведете грамотно в этом бизнесе. Согласны? И сейчас все, что вы делаете, все умножается. Поэтому я работаю до часу ночи и провел вчера встречу в Arena City, когда я, у меня там есть несколько проектов, с кем я общаюсь, дружу, контактирую, обмениваюсь информацией. Я увидел, интересная была презентация. В большой зале было только 2 человека. И мне было так интересно, почему они арендуют, платят такие большие деньги, и в их зале нету людей. И я подошел, поговорил. Оказалось, это люди были из компании прямых продаж. Я даже не знаю, но они вроде бы вошли в ассоциацию прямых продаж. Это компания New Skin. Я ничего не узнал хорошего или плохого этой компании. Единственное, что я знал, что франчайзинг стоит 1150 евро. Что мужчина, с которым я контактировал, который очень известный, там знает очень много, он, в принципе, исполнял на Паралимпийских играх гимн Украины. Музыкант, поет, баянист и так далее. Знает интересных звезд. Мы сидели на метро Театральном в известном кафе, где в ресторане, где собираются все наши театральные актеры Украины. И я говорю, ну расскажи об этом бизнесе. Ну, 2 часа он говорил только о себе, ничего не рассказывал об этом бизнесе. Потому что, ну, сам с опаской к этому относился, потому что, ну, реально трудно что-то предложить такое уникальное, чтобы мне было интересно, да? Ну, я как хороший психолог выслушал, посмотрел, и знаете, что мне понравилось? Что когда мы с ним говорили, мы открыли страницу, он мне сам показал, и в этой странице как раз описывается, в их журнале описывается большой блог о компании Oriflame. Я вам прочитаю. Oriflame, как открытая акционерная компания, входит в большую семерку топовых компаний прямых продаж по рейтингу Global 100. Общий оборот, который находит в общее число этих компаний, где оборот 23 миллиарда долларов. Компания на 8-м месте в мире, оборот 2,2 миллиарда по итогам 2010 года. Oriflame – производитель косметики, wellness, уход там за волосами, за кожей. Работает в 61 стране, и больше, чем в половине из них является лидером номер один.
Первое, что я хочу отметить, это то, что в ассоциации прямых продаж вы никогда не услышите, что компании, находясь в этой самой мощной мировой организации, плохо друг о друге не говорят. То есть они смело зайдут, написано про Avon, там другие компании, ТПВ, Марике и так далее. И это очень важный момент, потому что это культура, о которой мы говорим, и мы должны это тоже понимать. И такая же культура должна быть в нашей компании. То, что мне понравилось в компании Reflame, когда я пришел, да, и я удивился, что здесь островок Европы. Вот заходишь, уже переходишь, смотришь там базар, и смотришь в парк и так далее, ты уже видишь немножко таких диковатых людей, да? Мы раньше смеялись над немцами, которые были 500 лет назад, что они были дикими, да? Ну, знаете, когда кого-то обсуждаешь, сам таким становишься. Поэтому народ у нас немножко диковатый, но когда приходишь сюда, сразу культура, сразу внимание, почему здесь находится большее количество мужчин в бизнесе MLM. Знаете почему? Большая честь тем женщинам и девушкам, которые находятся в нашей команде. Спасибо вам большое. Я признаюсь честно, я очень сильно волновался, потому что я Наташе когда сказал, что я заснул в 5 утра, она говорит, ну ты же всегда, в принципе, тебе надо полчаса, чтобы собраться мыслями, у тебя все в голове и так далее. Но когда я понимал, что сегодня на мероприятии находится новое поколение Reflame, и для этих людей, которые сейчас находятся в этом зале, возраст от 16 до 35 лет, надо заложить такую информацию мощную, которую даже мне спонсор не закладывал, которая помогла мне. То есть та информация, которая была заложена моим спонсором, дала такой-то толчок. Но я сегодня обладаю нечто большей информацией, чем тот спонсор, который был тогда на звании директора. Я очень тщательно анализировал, какую дать ценную информацию, чтобы вы прекрасно понимали. Исследования говорят, что многие люди в мире хотят стать владельцами своего бизнеса. Это правда? Да. Все об этом мечтают. Все хотят стать владельцами бизнеса, но какого бизнеса? Понимаете, о чем я говорю? Потому что когда мы начинаем рассматривать какой-то бизнес, то я бы не хотел бы быть владельцем, к примеру, нефтяной компании. По определению. Да? Не только от того, что мне не нравится окружение, каким образом этот деньги зарабатывается, а какие еще могут быть последствия, потому что я не хотел бы, чтобы мой ребенок стал сиротой. Вот это очень важный принципиальный вопрос. Пусть я буду зарабатывать в компании Reflame 2 миллиона, 3 миллиона долларов, не миллиарды, потому что я прекрасно понимаю, когда я смотрю на людей, которые находятся в Forbes, может быть, они когда-то были счастливы, да? Может быть, и сейчас счастливы. Сколько времени счастья занимает в их жизни? И вот этот очень важный вопрос, знаете, что состояние счастья не находится постоянно, правильно? Вот, поэтому мы должны четко понимать, каким образом мы достигаем успеха и как мы можем гарантировать себе и окружающим людям, что та бизнес-модель, которую вы предлагаете, она является рабочей, долгосрочной. Вы все знаете, что время от времени заголовки в газетах пестрят разными сообщениями о том, что та или иная компания обанкротилась. Люди теряют свои накопления, а на эти накопления уходили десятки жизней. Многие люди потерпели крах. И когда ты хочешь быть владельцем бизнеса, для тебя особо важно сделать правильный выбор, сделать правильное решение в своей жизни. Какой бизнес получше? Многие предприниматели сегодня рассматривают. И это цифры, которые говорились о тех, кто открылся, тех, кто закрылся, у них всегда этот вопрос возникает. И самое интересное, что мне понравилось здесь, это четкая система и специализированная программа развития личности человека. Потому что все люди, которые меня знали, вот сегодня я в офисе увидел, чисто случайно, я просто узнавал за промо-столики, которые заказали наши регионы, спросили, набили, не набили заказы. И подошла девушка, и я в голове кручу, где я ее видел, в школе учился, нет, может где-то на улице знакомился, нет. Вспоминая, вспомнил. Это девушка, которая была моим спонсором компании Цептер. Она не поменялась, прошло уже больше 15 лет. У нее сейчас свои салоны по восточной, она с супругом создала салоны, республиканский стадион, университет и так далее. Но она меня не узнала. То есть, может быть, это хорошо, когда многие сохраняют молодость. Да? Сохраняют молодость. Но когда каким я был
больше 15 лет назад, легко и сейчас, то она резко удивилась от того, что насколько я помолодел. И вот эта специализированная программа развития личности человека позволяет, вот она же меня знала, робкого парня, который не мог связать два слова, который не мог презентовать даже некую самую дешевую часть продукции Цептер. А сейчас, когда она узнала, что находится в моей организации, не знаю, какого уровня, она узнала, что у меня 50% оборотов по всей Украине, в Беларуси 90%, если брать Киевский регион, это 85% дистрибуции. Она была в шоке, потому что тогда она не могла себе даже представить, она готова была даже поспорить на 1 миллион долларов, что это не произойдет, потому что она меня знала таким, каким я был тогда. Вот что делает Oriflame с личностью, когда человек сегодня смотрит в зеркало и думает, неужели я смогу хотя бы подписать 3 человек через 8 лет компании Oriflame. То проходит месяц, и человек видит, что в его организации уже 20 человек, он уже выходит на 9%, и он его уже выталкивает на сцену, ему вручают цветы и говорят, иди открывай расчетный счет. Вот это то, что дает компания Oriflame и дает сильный толчок помочь человеку поверить в свои силы. Сегодня этой системой развития личности человека пользуются 3 миллиона человек по всему миру. Более того, только на Украине больше, чем 2000 человек в моей организации получают уже доходы свыше 1000 долларов. И максимальный чек нашей организации есть у меня и у Галины Вячеславовны Биланы до 50 тысяч долларов США. И это цифра, к которой может каждый стремиться, и мы показываем своим примером, что здесь не важно возраст. Стартовал я 24 года, или Галина Вячеславовна стартовала после 50 лет. Здесь любой человек может найти себя, потому что если у него есть эта мечта. Самое главное, что с компанией Oriflame я добился своей цели, которая у меня есть, потому что у меня было много целей. И в одном из интервью, которое мне Артем переслал вопросы, он задал, как ты можешь развивать этот бизнес, гармонично развивая там семью, отдыхая, путешествуя за границу и так далее. Одно из хороших достижений, которое мне дал Oriflame, это стать спикером номер один на русскоязычном пространстве. Потому что когда я слышу, когда выступают другие спикеры, которые бьют себя в грудь, что они лучше и так далее, я точно знаю, что мое выступление может быть гораздо больше. Потому что когда вчера выступал очень интересный для меня человек, да, человек, который достиг успеха, он в Европарламенте отвечает за блок «Друзья Украины». Да? Человек очень известный, он из латвийского парламента, депутат Европарламента и так далее. Когда он сказал, что он работает с аудиторией максимум, в его жизни аудитория, он может удерживать аудиторию 1500 человек, то благодаря компании Oriflame я выступал на аудитории 25 тысяч человек на мегафоруме в Москве. И куда я вас приглашаю? В середине июня этого года поехать в Москву и увидеть масштабы, когда собираются огромные стадионы Oriflame. Тогда, где вы можете зажечься по-настоящему, увидеть воочию, какая мощнейшая компания, что аж просто мурашки по спине будут бегать на протяжении всего мероприятия. И для меня самое главное это то, что мы должны запускать людям правильно и обладать точкой зрения. Точка зрения определяет успех человека на самом деле. Потому что есть ошибочная точка зрения. Когда человек говорит, я считаю, что вот это не работает. Да? В принципе, он определяет для себя путь. А у другого человека будет другая точка зрения. Я приведу маленький пример. Как точку зрения можно поменять? И на самом деле не всегда обстоятельства могут создать точку зрения правильной. Пример. Проезжает на большой скорости зеленая BMW, мужчина, медленно ехав со своей дачи, оставив свою жену и детей, медленно ехал домой, потому что ему на следующий день нужно было на работу. Но резкая зеленая машина так его подрезала, что он вынужден свернуть на обочину, и слава богу, что была небольшая скорость, так бы ушел бы в кювет, и возможно бы столкнулся с деревом и мог бы разбиться. Какое мнение у этого человека, какая точка зрения этого человека про водителя, который управлял зеленым автомобилем на скорости 150 км в час? В лучшем случае, плохой, сякой и все остальное. В лучшем случае. В худшем случае вы можете сами себе прокрутить. Едет он дальше, проезжает еще около 50 км, поступает телефонный звонок.
Потому что, ну, зона приема его телефона как раз в той местности не находилась. Но когда он вышел в зону приема, ему дозвонились и говорят: случилась беда, горе, что случилось? Наши детки играли с другими детками, мы не знаем, что случилось, но один упал в воду, чуть не утонул. Кто-то жарил шашлыки с семьей, была машина рядом, взяли, схватили этого ребенка, бегом в машину, положили, помню, что какая-то машина была, какая машина, не знаем, и отвезли в больницу. Ну, вот этот человек не может догадаться, что именно в этой машине вези, ну, не его ребенка, а соседского, но он уже понимал, что ему казалось, что да, там его ребенок, каждый переживает по-своему. И он начинает прозванивать больницы, узнавать, какая больница и все остальное. Они сказали номер больницы, что поступил такой-то ребенок с такой-то болезнью, имени ребенка не знает, какие-то описания возраста есть. Он стремится в эту больницу, приезжает в эту больницу, внизу стоит вот этот BMW зеленого цвета. Да? Поднимаясь, узнает, что женщина, которая была на шашлыках, она не употребляла алкоголь, она просто увидела проблему, быстренько, ну, предприниматель, посадил, ребенка положила и привезла, и ребенка спасли. Какое мнение, точка зрения у этого человека по отношению к водителю зеленой BMW? Понимаете, о чем я говорю? Здесь очень важно понимать, что многие люди считают про Арифлейм как про зеленый BMW. По одной и другой причине. Потому что есть соседи, которые занимаются бизнесом Арифлейм под названием «Купила подешевле на распродаже Арифлейм» и бегают, продают подороже. Разные способы восприятия этого бизнеса есть. Но можно посмотреть, скольким людям Арифлейм продлил жизнь. Скольким людям Арифлейм спас жизнь. Скольким людям Арифлейм дал счастье в семью. Благодаря чему многие люди обладают сегодня лучшими автомобилями в городе Киеве и среди сибиряков, лучшими квартирами, посещают лучшие курорты. Я приведу маленькую цифру, да, которая заставит задуматься о том, как компания заботится о людях. Мальта, 2010 год. Разгар и последствия сильного краха экономики в Европе и вообще то, что отразилось и на Арифлейме. Компания Арифлейм везет 977 человек только с Украины отдыхать людей за счет компании Арифлейм. 907 это 1000 человек. И если вы зададите вопрос, сколько людей компания в других компаниях отвозит отдыхать и кто платит, вы сразу поймете, кто работает с людьми сердцем и кто вкладывает душу. Кто на самом деле заботится и дает возможность раскрутиться. Сегодня Арифлейм не занимает еще пока 10% доли рынка всей косметики. Но в Монголии Арифлейм уже занимает 45% товарооборота всей косметики. Более того, компания Procter & Gamble недавно сделала, или компания Johnson & Johnson сделала предложение компании Арифлейм, чтобы мы продали полностью бизнес в руки американцев. Арифлейм это не сделал из принципа, потому что о принципах, о которых я сегодня расскажу, и мы о них сделаем акценты. Потому что компания была сделана для людей. Это народная компания, в которой люди могут стать миллионерами. Нет сегодня индустрии, где можно было взращивать быстро на готовых продуктах. Да? И то, что делает компанию действительно более сильной. Самое главное, чтобы каждый новичок после сегодняшней встречи сконтактировал со своим спонсором и определил четкий план действий. План действий – это то, на чем будет опираться весь успех. Именно план действий. Пусть предварительный, пусть мы будем его корректировать, но, по крайней мере, новичок должен знать, у него должна быть задача, что конкретно я должен сделать. Потому что каждое мероприятие, которое есть, оно воодушевляет. Любое мероприятие, кто-то, если выступил один спокойно, второй спокойно, третий все равно зацепил. Правильно? И поэтому здесь очень важный вопрос, чтобы вы спланировали со своими новичками этот вопрос. В обычной жизни человек живет как бы в каждой коробочке. Каждый в своей коробочке. Приходит домой, там квартира в 9-этажных домах, 8-этажных домах. Закрывается, потом опять в квартиру заходит, в квартире три комнаты, закрывается в свою комнату, включает ноутбук или берет книжку, читает и опять входит в определенную коробочку.
То, что в этом бизнесе дается, то, что мы видим друг друга, это очень важно. Здесь совершенно другая атмосфера, другая аура. Что у нас сейчас реально есть в Oriflame, чтобы людям показать реальные вещи? Чему можем мы доверять? И что может продвигать человека к этому бизнесу? Мы должны рассказать о бизнесе таким образом, чтобы человек сказал: «Ух ты, я хочу». Вот такой должен быть спик, и такая должна быть подача, такой месседж, чтобы человек сказал: «Да, я хочу автомобиль, да, я хочу поехать в тот же Париж, который компания нам предлагает в следующем году, чтобы обязательно туда поехать». Люди сначала не видят большой перспективы. Вы согласны? Мы поговорим об обычных вещах, которые есть. И многие из вас в этом зале знают меня, а многие не знают, где я такой вообще взялся. Кто видел один раз меня на большой сцене, кто-то меня видел в другой стране по видео. Но самое опасное — это то, что люди не знают истории людей, которые приходят. Потому что в большинстве случаев, когда люди посещают мероприятия, когда видят на сцене успешного человека, им кажется, что этот человек был всегда успешный. Задача является то, чтобы вы могли объяснять всегда, кроме промоушена, который вы красиво делаете на меня, вы обязательно после промоушена, после мероприятия должны сказать правду, как она есть, что Алексей — это такой же самый парень, который в 97 году, держа в руках каталог, и руки тряслись, проводил презентацию, доски падали с продукцией, и презентация срывалась, и он так плохо выступал, что мы его пытались за пиджак вытащить обратно и спрятать его за кулисы, а пиджак он порвал, потому что ему еще осталось рассказать три предложения, которые он говорил 18 минут и так далее. Вот. Поэтому очень важно людям донести информацию, что все, кто достиг успеха, это простые люди, которые делали те же самые усилия, но они преодолели внутренний страх. Я свой бизнес не строил, стоя на сцене, выступая на сцене. Мой бизнес — это были ежедневные действия того, что вы делаете сейчас. То же самое дело, в принципе, да? Ну, немножко у вас бизнес автоматизировался. Вы быстрее людей набираете через социальные сети. Вы где-то вот у вас есть там электронная рассылка. Мне приходилось каждому отправлять. Потом я научился делать группу по 15 человек. Потом все равно там Mail.ru или Gmail блокировалось за то, что я больше 50 писем рассылал в сутки. То сейчас, если у вас директор структуры, у вас больше 1000 человек, ты можешь миллион писем разослать в течение одного дня, и эти письма не будут называться спамом. Потому что все автоматизируется, все упрощается. Я бизнес так же самое, как и вы, строил в страхе. Наполовину не понимал и сомневался во многих вопросах. Я думал, что у меня не получится. Я говорил своим друзьям: займитесь этим бизнесом. Но они думали, что я занимаюсь чем-то плохим. У вас такое есть? Да? И у меня сейчас есть уже, слава богу, опыт, с которым вы можете ознакомиться. Вот самое ценное, что мы можем дать, это тот опыт, как мы это преодолели. Как все этапы, которые я чувствовал на себе, преодолел и продвигался дальше. Когда я езжу куда-то выступать, на самом деле, я не могу рассказать свой 15-летний опыт работы в компании Oriflame в течение одного часа. Согласны? Это невозможно, потому что передо мной сидят будущие президенты. Потому что передо мной сидят будущие бриллианты. И ту информацию, которую я доношу, я стараюсь в сконцентрированной форме преподнести для того, чтобы вы могли потом в своей жизни этот консервант информации, который я вам даю, чтобы он разложился у вас по полочкам. И я буду говорить вам о самом главном. Секрет успеха — это то, что я хотел принципиально донести сегодня. Это не 100% ваших усилий. Успех ваш состоит только 5% того, что вы делаете сегодня в своем бизнесе. И 100% действий, которые делает человек на планете, только 5% приносит ему прибыль и результат. И наша главная задача — посмотреть на свои действия, посмотреть на свои встречи, на свои звонки, на свои контакты, на свое обучение, на ту литературу, которую мы обучаем, с кем мы общаемся, кто нас окружает. Выбрать эти 5% успеха и повторять их изо дня в день. И мой успех за 15 лет — это четкий анализ того, что мне не приводило каких-то усилий. Я часто говорил своим людям:
оставь этого человека в покое. Я в компании Reflame на самом деле уже создал только в первой линии больше 30-20%. И около 30% этих 20% не смогли быть лидерами, потому что я им помогал этот бизнес строить. Они не были теми людьми, которые могли за собой повести людей. Да, они выходили на звания, они получали премии, но они не могли удержать, потому что у них не было внутренней харизмы, у них не было своих планов, своих целей, у них не было тех навыков, которые могли бы помочь им удержать свой бизнес и развивать его дальше. Поэтому однозначно я хочу вам сказать, что в нашем бизнесе все моменты происходят. Главное, что ты делаешь после того. И поэтому для меня принципиальный вопрос. Если у меня один новичок уходит из бизнеса, я привожу трех. Если у меня есть три лидера, которые стоят на месте, я найду еще 9. Я живу в самой лучшей стране, где проживает 45 миллионов 300 тысяч человек. И у меня есть с кого выбирать. Вы согласны? Если я ищу в социальной сети людей, я смотрю по аватару и по количеству людей, которые у него есть. Это определение, правильно? Если у него много друзей, если у него хорошая фотография, значит, он себя хочет позиционировать как-то, правильно? Я еще смотрю на ленту его новостей. Если там всякая порнушка, все остальное трали-вали, я закрываю вопрос, потому что у человека есть проблемы, он думает не о доходах, да, вот, а у него есть какие-то определенные комплексы. Поэтому очень легко в социальной сети находить людей. Дальше, многие спрашивают вопрос, как создать такой бизнес, чтобы было много людей. Ищите людей там, где они находятся. Если ты хочешь, где находятся твои люди сейчас, в самом ближайшем месте, телефонной книжки, правильно? Берешь мобильный телефон и звонишь. Вот там находятся твои люди, правильно? Где находятся еще люди? В фотоальбоме, их там много, больше всего. Особенно, когда ты смотришь фотографии с твоего класса. И смотришь, из 30 одноклассников можно выбрать парочку нормальных человек, правильно? Вы согласны? Не, ну вы же знаете их по школе, какие они были, да? Если это он там постоянно у тебя воровал жвачки и все остальное, можно его подписать, он отработает. Не вопрос. И самое главное, что у нас есть память. И у нас есть память того, что мы умеем делать. И самое главное, что если у вас уже подписался хоть один человек, вы должны вспомнить, и у вас это слово должно быть золотое слово, это ваша цитата, которую вы сказали этому человеку, потому что мы, люди, украинцы, чрезмерно креативные, да? Мы думаем, мы этим способом его зарекрутировали, удачный способ, хай будет. И начинаем придумывать второй вариант, как же мне работать. И тот не сработал, берем третий вариант, пятый, десятый. Но тот способ первый, благодаря которому вы задействовали человека, он является наилучшим. Зачем упускать тот способ, который привел к вас к результатам? Оказывается, по статистике, человек в течение первых 2 месяцев на волне энтузиазма может быстро выйти на 9%. Да? Но на 12% уйдет 2 года. Причина, он начинает искать другие способы, которые не совсем работают. И главная задача – это отшлифовать, отчеканить те действия, которые вам привели успех. Смотрите на свою структуру, да, и анализируйте. Каких людей вы пригласили в свою организацию, каким способом? Многие выходят на звание директора и спрашивают, Леша, каким способом лучше работать? Тем способом, который ты вышел на звание директора. Вот и все. Этот способ тебе поможет. Если ты умеешь хорошо плавать, да, я знаю, допустим, господина Рекичинского, я говорю, давай будем бегать. Мы были там в Греции, нам надо было вверх подняться. Вот мне лучше плавать, я больше могу проплыть, чем ходить. Я говорю, плыви, в Греции тоже море есть. Понимаете? То есть выбирайте те способы, которые вам комфортны. Зачем что-то искать? Можно попасть на какую-то умную фразу другого человека и так далее. Она вас может отвлечь. Сегодня классная фишка была, что пути отвлечения 1000, а идеальный вариант это один. Ну, я думаю, что, скорее всего, это Арифлей, правильно? Дальше. И за это время мы научились доверять друг другу. Поэтому, если вы доверяете мне, то я могу с полной ответственностью сказать, что я готов взять на себя ответственность тоже, рассказать вам о том, как этот бизнес легче строить. У нас постоянный приток людей, таких как вы. Постоянно, вы заметили, да? Это что говорит о том, что компания успешная?
Хотите вы или не хотите, приток людей идет. Да, попробуйте взять, зарегистрироваться и потом подписать человека в свою организацию через день. Разница будет 300 человек, а может быть 500, а может быть 1500. То есть приток идет. Почему он происходит и как вам начинать приводить новых людей, вам надо говорить людям о реальности. Мы говорили о том, что реальность – это говорить людям правду. Я принципиально сторонник правды, потому что с правдой легче. Да? Когда ты врешь, начинаешь придумывать, потом как-то обманывать, то тебе надо еще подумать, как еще обмануть, а потом не проговориться, и а разным людям ты по-разному сказал, тяжело живется, да, если честно. Лучше говорить правду. Поэтому я людям говорю правду, я говорю о бизнес-плане. Сейчас я хочу рассказать вам этот бизнес-план. Я думаю, его сказать в конце, я расскажу сейчас. Это то, что меня мотивирует. И так бизнес-план, как я рассказываю, вряд ли кто рассказывает, потому что у меня есть свое видение этого бизнеса. И я просто увидел то, что вы хотели бы увидеть, на самом деле. Я смотрю на этот бизнес вашими глазами. Поэтому я вот такой, как новичок, у меня глаза горят. И я похож на того новичка, который не знает, что в компании Flint иногда бывают трудности. Вот. И бизнес-план состоит в том, что 3% 6, 9, 12, 15, 21%. Здесь есть люди, которые собрались здесь, имеют предпринимательский дух. И наверняка вы хотите выйти на хороший доход. Вас цифра в 5000 гривен греет? Больше, да? Давайте начнем с цифры 5000 гривен, потому что есть новички здесь в зале. Хорошо? Что нужно сделать, чтобы выйти на этот доход? Нужно, чтобы был оборот вашей организации 35 тысяч гривен. Сразу привожу пример. Это компания Oriflame. Есть компании на букву А и на Н заканчивается. У нее оборот надо сделать 118 тысяч гривен. Есть компания на А и на Y заканчивается. Оборот этой компании, чтобы получить 5 тысяч гривен, нужно сделать 136 тысяч гривен. И есть компания МК. Оборот в этой компании, чтобы заработать 5 тысяч гривен, нужно продать на 80 тысяч гривен. Я привел вам несколько компаний, самых ведущих, самых популярных, известных, где продукция известна, и в принципе людям не надо доказывать, что это хороший товар, люди его уже давным-давно, больше 10 лет, даже больше 15 лет, эту продукцию хорошо знают, и она уже у людей на устах, и в кошельках, и в косметичках. Но, чтобы заработать 5000 гривен, есть мешок косметики Oriflame, есть мешок компании второе, третье, четвертое и так далее. Есть мешок. Какой мешок легче всего продать? Раздать друзьям, попросить, помогите, распределить и так далее. И какой мешок можно снова и снова предлагать своим друзьям? Какой мешок присадит людей, как на наркотик? Чтобы люди снова и снова покупали.